традиционно, как и в прошлые годы, к 9 мая, поисковый отряд, Оренбургский поисковый отряд, уезжаем в экспедицию длительную в Волгоградскую, Ленинградскую области. В этом году экспедиция особенная, потому что 70-летие Победы. Мы проведем работы и в Городищенском районе Волгоградской области, и в Кировском районе Ленинградской области. Подготовка этой экспедиции длилась 7 месяцев, то есть уже практически с конца сентября. Начали искать транспорт, питание, готовить все юридические вопросы, согласовывать с принимающими сторонами. Люди, новые новички, в этом году с нами впервые едут девушки. Мы на них посмотрим, как они вызвались провести время с нами в полевых условиях суровых, практически экстремальных. Готовить я не буду, я как наравне с мужчинами буду копать. Правда. 7 лет туризмом занималась, как бы меня не страшат походные условия, палатки. Все хорошо, КМСник по технике. Так что я хочу вспомнить свое прошлое, свое детство, юность, ну и в хорошей акции принять участие. Спиц, конечно, требует больших материальных затрат. Конечно, без нерадушных людей. Ну, в честь представителя администрации города и области, частного бизнеса. Один из моих сотрудников сказал, что к нам обратился поисковый отряд с вопросом, не могли бы мы предоставить «Газель» для поездки в Ленинградскую область, да, для того, чтобы они сделали эти раскопки. И начал показывать некую смету, там, что это будет стоить. Там, это стоп. А при чем здесь смета? Это очень важное, очень великое дело. Однозначно, да. Она говорит, и там заправка, там бензин, конечно, мы делаем все. Есть такое выражение, что война не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. И вот эти парни, девушки, молодые, тратят свое личное время, я хочу это подчеркнуть, на общественных началах, им никто не платит зарплату, берут и занимаются вот этим вот очень важным и очень нужным делом. Мы, а я имею честь представлять и городской совет, и бизнес-сообщество, конечно, со всей силой будем помогать и со всей отдачей, потому как нужны просто конкретные вещи, конкретная помощь, и по мере своих ресурсов, сил, мы эту поддержку оказывали и будем оказывать. Апогеем данной экспедиции будет это участие в братском глубоком захоронении на легендарных Синявинских высотах в Кировском районе Ленинградской области, где ежегодно 9 мая проходит захоронение найденных за вахту памяти бойцов Красной Армии.